Всем привет! Сегодня мы будем делать упражнение 2, 7, 1. Давайте приступим. Первое, что нам нужно будет сделать, это активировать SPF на наших устройствах. Для этого давайте это проделаем. Первое, что мы делаем, давайте откроем устройство. Не знаю, давайте вот это. Enable conf-t. Готово. И здесь прописываем команду router o spf 10. Готово. Мы попали в режим config router. И давайте здесь введем команду для настройки наших сетей OSPF. Для этого команда network. И тут указываем. Мы берем network из нашей таблички, из нашей addressing table. 10, 0, 0, 0. Дальше 0, 0, 0, 3. Дальше ара. И у нас 0. Готово. Нам добавилось 2%. Дальше, что мы делаем? Мы открываем второе устройство, P2, P1, ой, секунду, я смотрела на вот это устройство, а при этом настраивала вот это. Давайте его настроим правильно, у нас будет немного другая сеть. 10, давайте выделим. Сеть у нас будет 10, 0, 0, 0 и 0, 0, 3. Да, у нас все пока окей. И также у нас будет сеть 10, 0, 0, 0, 4. И дальше все точно так же. Готово. Давайте вернемся к устройству P2, P1. Вот оно. Также вводим команду enable conf-t, далее router spf 10, как указано было, также network 10.0.0.0.0.0.0.3, ара и 0. Готово. Можем теперь спокойно двигаться дальше. На устройстве P2P-2, вот здесь, нам нужно указать еще две сети. Network 192.168.1.0. Мы берем первый IP-адрес сети. Также 0.0.0.0.0.0.255. Ара 0. Готово. И вот тут указываем еще вот такую вот сеть. Готово. Двигаемся дальше. Откроем устройство P2, P3. Вот оно. Enable conf-t. Готово. Также роутер OSPF 10. Также здесь указан network 10.0.0.4. Окей. И дальше 0.0.0.3. И ARIA 0. Готово. Также у нас будет такой же, но с значением вот здесь 8. Готово. И последнее 192.168.3.0. И здесь у нас будет в конце 15. Вот так.
И area также 0. Все, мы настроили. Теперь можем двигаться дальше. Открываем BC1. Вот он. Enable. Conf T. Теперь роутер. SPF. 10. Роутер ID 6666. И exit. Готово. Дальше давайте настроим интерфейс. Chi 0 0 0. IP SPF 10, ARIA 0. Готово. Теперь нам нужно еще настроить serial интерфейс. Для этого вводим команду int s 0, 0. Ой. Serial у нас 0, 1, 0. IP SPF ARIA 10. Ой, IPSPF 10, ARIA 0, и serial 0.1.1, готово, и IPSPF 10, ARIA 0. Смотрим на наш BC1, мы настроили дайте, и настроили Chi 0.1. Да, все окей, двигаемся дальше. Нам нужно... Давайте посмотрим. Давайте откроем BC2. Вот здесь. Готово. Здесь указываем роутер. Ой. Enable. Conf T. Готово. Роутер. OSPF. 10. Готово. Роутер ID. 5. 5, 5, 5. Готово. Exit. Tags. Дальше указываем int g000. Готово. IP SPF. Area. У нас нулевая также. Все окей. Дальше int g001. И IPSPF ARIA 0. Окей, хорошо. Открываем BC3. Enable conf T. Роутер OSPF 10. Роутер ID. У нас роутер ID был 444, насколько я помню. Да. Давайте его настроим. Готово. Ctrl-C. Дальше нам нужно настроить интерфейсы. Chi 0.0.0. Готово. Мы в режиме настройки интерфейса Gigabit Internet 0.0.0. Но, ой, IP, OSPF. Десять, ARIA, 0, Gigabit Internet 0.0.1, SPF 10, ARIA 0. Готово. Теперь давайте пропишем пассивные интерфейсы. Для этого, кстати, давайте посмотрим, что у нас настроено, что у нас нет. Так, на P2P3. У нас нет автокост и пассивного, это окей. Здесь также. Также мы не настроили hello интерфейсы. И мы не донастроили на P2P-1 роутер route 1 и роут 2. Давайте это исправим. P2P-1. Мы настроили только одну сеть.
Но ничего, сейчас все поправим. Для этого нужно ввести команду network. И если вы вышли из режима config router, нужно будет ввести еще раз команду router ospf 10. А мы давайте донастроим network 10.0.0.12. Далее указываем 0.0.0.3. Готово. Ария 0. Готово. И у нас осталась последняя сеть. Это 0.0.0.8. И ария 0. Давайте еще раз удостоверимся, что мы настроили всю эту часть. И везде роуты правильно и настроены. Мы можем продолжать дальше. Что у нас идет теперь? Мы настроили ID. Так, это есть. Давайте настроим пассивные интерфейсы. Окей, для этого давайте откроем первый P2P, не знаю, минус 3. Вот он. И здесь прописываем команду passive interface g000. Готово. Эту команду нужно прописать в каждом из устройств. Давайте я скопирую. P2P1. Пассивный интерфейс в минус 1 устройстве у нас пассивный интерфейс. А, стоп. Давайте сначала вот этот. Готово. Теперь BC минус 2. То есть тут у нас будет пассивный интерфейс Gigabit Internet 0.1. Что не так? А мы не в том режиме. Роутер SPF 10, Passive Interface, Gigabit Internet 0.1. Вот, готово. Следующий у нас будет BC 3. Вот он. Открываем. Тут давайте настроим интерфейсы на нашем этом устройстве. Для этого интерфейс G000 IP SPF ARIA 10 ария 0. Готово. Так, есть. Теперь пассивные интерфейсы. Пассивный интерфейс у нас 0.0.0.0. Готово. Дальше BC1. Вот он. На этом устройстве также у нас будет пассивный интерфейс, но он будет G011. Но также нужно перед этим роутер OSPF. А потому что у нас здесь на устройстве BC1 если посмотреть, то у нас там будет serial interface.
Ладно, у нас там будет сериал 011. Готово. Дальше. Нам нужно также настроить интерфейсы и приоритетность. Для этого Ctrl-C, Conf-T, интерфейс G000. Готово. Далее IP, OSPF. Priority. У нас будет 255, как указано в задании. Хорошо. Так, и последнее, что нам осталось, это IP route указать. Conf-t, IP route. Еще раз 4 нуля. Далее serial. 0/1/1. Да, окей, у нас есть предупреждение, но все нормально. Также нам нужно прописать default information и static. Давайте Redis. Это все опять же в роутер OSPF 10. Redistribute static. Готово. Далее указываем. Секунду. Default. Окей, default information. Originate. Tags, autocost. Autocost мы указываем reference bandwidth и указываем значение 1000. Все, хорошо. Дальше, что у нас осталось? На устройстве BC3, вот оно, здесь мы также указываем autocost. Autocost, reference bandwidth, 1000. Окей, и на BC2 Автокост, reference bandwidth, 1000. Готово. Что у нас дальше? Теперь открываем p2p-1. Вот здесь, готово. Также нам нужно прописать autocost. Готово. Следующий. Есть. И на третьем также прописываем. Готово. Давайте посмотрим, что мы уже настроили. BC1 настроен полностью, только нужно на serial 000 прописать date interval и hello interval. Также мы не настроили на BC2 autocost. Сейчас исправим. Serial 000 сейчас тоже исправим. И пассивный интерфейс Gigabit Internet 000 нам нужно сейчас перенастроить. Это P2P-2. P2P-2, вот он. Passive Interface 0001. Ой, и 0000. Также забыли, сейчас поправим.
Готово? Да. Теперь у нас осталось только настроить стоимость OSPF на некоторых устройствах и dead и hello interval. Давайте это проделаем. Сначала на BC2. BC2. Autocost. Готово. Давайте удостоверимся, что автокост у нас настроен везде. Да, правда. Осталось только hello dead interval и автокост. Продолжаем. Открываем p2p-1. Int serial 0.1.1. Готово. IP OSPF cost 50. Готово. Дальше serial вот такой вот. Готово. И автокост у нас не нужен. Здесь мы прописываем IP OSPF hello interval 20. Вся информация я беру из задания. Готово. Что у нас осталось? Dead interval у нас будет 80, как указано. Ой. Еще раз. Hello interval 20. Dead interval 80. Готово. Check results. И у нас вот здесь все устройства уже настроены. И осталось последнее устройство. Это BC1. Также dead interval и hello interval. BC1. Вот он. Мы находимся в режиме config router. И здесь также прописываем. Сначала давайте hello interval пропишем. Int serial 0.1.0 IP OSPF hello interval 20 IP OSPF dash interval 80. Готово. И мы заработали 100% за наше задание. Наконец-то мы его закончили. Если нажму кнопку «Check results», то мы увидим, что у нас все выполнено правильно. А думаю, на этом все. Всем пока.